По версии следствия, в феврале прошлого года в селе Заря Усть-Абаканского района за долги было арестовано имущество фермера 47 свиней. Судебные приставы составили два акта, в которые внесли ложные сведения о передаче арестованного имущества на ответственное хранение в деревню Заречное Красноярского края. Однако, фактически, свиней не передали. Приставы до сих пор не могут объяснить, где животные и кому они были отданы. Тем более, что деревня Заречная, как выяснилось, не существует. Расследование уголовного дела продолжается.